Привет, друзья! Мы на территории парка Царицына. Перед вами светомузыкальный фонтан. Один из самых больших фонтанов Москвы. Установлен на острове Подкова в акватории Царицынского пруда. Остров напоминает форму подковы, отсюда и его название. Во времена правления Екатерины II оправила она долгих 37 лет, до конца своей смерти на месте фонтана был пруд. Разработка светомузыкального фонтана началась в 2006 году во время реконструкции парка Царицына. Открытие состоялось 29 апреля 2007 года. Диаметр сооружения 52 метра. Фонтан представляет собой чашу площадью 2400 квадратных метров. Глубина воды в ней 1,5 метра. Звучит классическая мелодия. Сейчас стемнеет. И фонтан покажет себя во всей красе. Фонтан в парке Царицына один из немногих, у которых основной механизм расположен сверху. В чаше установлено 82 насоса мощностью от 7 до 45 кВт. Они подают воду форсунки и позволяют регулировать напор и уровень струй. Все 915 струй могут подниматься на высоту 15 метров в такт музыкальному и световому оформлению. Управление фонтаном осуществляется дистанционно. Световые эффекты фонтана обеспечивают 2583 подводных светильника. В 2018 году фонтан планово отремонтировали. Фонтан, конечно, красив и днем, но в темное время суток это просто непередаваемо. Нужно только увидеть своими глазами. Подтягивается народ к фонтану посмотреть на его красоту. Светомузыкальный фонтан в парке Царицына, безусловно, является достопримечательностью города Москвы и его гордостью. Дождусь темноты и сниму видео. Всего вам самого доброго. Смотрите видео на нашем канале.